Марк Аревич Тарловский. Сборник «Иронический сад». Цикл «Бог на ущербе». Стихотворение первое. Последнее чудо. Ноябрь 1926 года. Читает Лев Литвинов. По обломкам сваленных колонн, тяжело ступая и сопя, будет шествовать последний слон с незажившей раной от копья. Ни в зоологических садах, ни на службе у владык земных, ни на диких европейских льдах не останется его родных. Где теперь владычествуем, там хмурый наш потомок зверлов будет рыскать по его следам с человечьим стадом в 100 голов. Он, как мамонт, волосатый рыж, он, как молния, необорим. Будем гнать слона через Париж и через обледенелый Рим. Слон достигнет средиземных вод, остановится на берегу и вострубит, подтянув живот, к африканскому материку, где его никто не стал бы гнать, где ему неслыханный прием оказала бы людская знать в стынущем прибежище своем. Но поняв, что путь на юг глубок и что путь на север перебит, он повалится на впалый бок и, рыдая, к Богу возопит и ответит чаду своему: «Бог, спаситель гибнущих внизу, встань, последний, боль твою приму и живым на небо вознесу». Бог опустит пароходный кран, звякнут цепи с облачных высот, и гигант, покорный, как баран, под лебедку брюхо поднесет, и отверзнется небесный кров, и затрепыхается волна под захлебывающийся рев поднимающегося слона.